В городе Актау работы по озеленению на сегодняшний день осуществляются в полном объеме. Высажено более 4500 деревьев и кустарников, ведется полив и обработка зеленых насаждений. Несмотря на всю проводимую работу, все еще существуют неоткрытые проблемы. Так, один из пользователей площадки телеграм-канала Акима области интересуется поливом деревьев в 29-м микрорайоне Актау. Мужчина подчеркивает, что они на грани высыхания. Он попросил Акимат принять меры. На запрос жителя жилого массива ответили специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства. По их словам, для организации работы по озеленению Актау ежегодно проводится конкурс и определяется победитель. Однако из-за критики горожан было принято решение о передаче работ в государственно-частное партнерство. В 2022 году договор на содержание и полив подписан на 5 лет, а не на 1 год, как было ранее. Как проинформировали в отделе ЖКХ, произведены многие работы по озеленению города. Высажено 4650 деревьев, ведется полив, удобрение почвы, а также обработка зеленых насаждений от вредителей. Как видно, работы по озеленению в Актау ведутся. Специалисты соответствующих учреждений отвечают на вопросы пользователей своевременно, разъясняют ситуацию. На сегодняшний день в телеграм-канал Акима области поступило 5643 вопроса. На 5610 из них уже даны ответы. На этой площадке на сегодняшний день зарегистрированы 9463 человека.